Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие мои детки! Сегодня мы будем делать циферку 3, number 3. Для этого нам потребуется цветная бумага, вот такие вот ватные тампончики, клей. И это уже по вашему усмотрению. Например, краюны нужны, потому что мы будем раскрашивать number 3. Ножницы и какие-то предметы, которые можно посчитать будет. Первое, что мы делаем, это мы обводим, берем любой крайон. То есть ребенок берет и обводит, старательно не выходить за линии. Вот так обводит циферку 3, number 3. Обвели. Потом мы взяли другой фломастер, крайон, и ребенок раскрашивает. Это второй степ. В этом проекте можно очень много вариантов использовать. Очень много степс. Вот так он раскрасил ребенок эту циферку. Третий степ. Попытайтесь, чтобы ребенок сам, конечно, это будет для него очень тяжело, но тогда, если он не сможет выразить за него эту циферку, 3. После того, как вы вырежете эту циферку, мы наносим клей на обратную сторону этой циферки. Таким образом. Даем ребенке, он наклеивает эту циферку на любую цветную бумажку. Вот таким образом, так-так, ручками он ее наклеивает. Дальше, давайте теперь украсим циферку нашу. Нанесем клей опять на number 3. Возьмем ватку. И вот таким образом, дайте ребенку, он сам вот так любит рвать это. Задекорируем ее, она будет такая у нас снежная, беленькая. Такая снежная циферка 3 у нас получилась. После этого мы можем посчитать все предметы, которые у нас вы видите на столе, или любые игрушки. Ребенок может принести вам любые 3 игрушки, его любимые, которые он считает нужным. У меня есть карандаши, например, здесь. Мы считаем 1, 2, 3. Ребенок выбирает. 1, 2, 3. Или, например, те же ватные тампончики. 3, дай мне 3, пожалуйста. Вы говорите ребенку, он считает. 1, 2, 3. То же самое с бумажкой, видите, нашей. 1, 2, 3. И также учите цвета. Какие у тебя цвета? Какие ты взял цвета? Зеленый, желтый, красный. На английском green, yellow, red. Вот таким образом вы изучаете циферку 3 в разных комбинациях. До свидания. До новых встреч. Я желаю вам удачи. Большие молодцы.